Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 27 мая. Наши бабушки и дедушки в этот день по приметам судили о грядущей погоде. Лягушки и жабы шумят во время холодного дождя. Погода налаживается. Пламя в печи сильно колеблется, хотя погода тихая. Жди ветра. Бабочки не покидают своих укрытий даже после того, как дождь затих. Ненастье продолжится. А какая же погода ждет нас завтра, 27 мая? Сейчас я вам об этом поведаю. В селе Любовь Тыринского района Забайкальского края плюс 12. Второй день за окном переменная облачность. Небольшой дождь и гроза. К счастью, это ненадолго. В деревне Счастливое, больше Улуйского района Красноярского края, пока только плюс 23, да еще и в придачу с дождем. А вот послезавтра резко похолодает, так что свитера еще пригодятся. В селе Здоровцево Тутаевского района Ярославской области плюс 17 и тоже дождь. К счастью, послезавтра он закончится. В деревне Радость Ковернинского района Нижегородской области плюс 22. И тоже дожди, которые решили задержаться. Там только к выходным станет сухо. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!